Всем доброго времени суток. Получил вот очередную такую вот большую бандероль. Это детская куртка. Добралась она сюда, по-моему, дней 20, если не ошибаюсь. История такая, что после того, как я заказал, я сначала не обратил внимания, там оказалось, что отправка в течение 15 дней. В общем, продавец отправил на 15 день, уже под конец срока. Через неделю я проверил, трек не отслеживался. Через 10 дней я открыл диспут. Вот через 10 дней после отправки я открыл диспут. И на второй день после открытия диспута посылка начала трекаться. И вот с того момента, как она начала трекаться, где-то прошло недели 3. Около 3 недель. Вот так вот я заказывал эту куртку. Сейчас надо... Диспут еще, кстати, не закрыт, так как я уже решил дождаться прихода самой куртки. Ну, вот такая вот куртка. Не знаю, там хорошо вам видно. В принципе, куртка неплохая. Вот такие вот этикетки, лейбы. Молния работает вроде бы. Капюшончик такой. Вот такая вот куртка. Заказывал я. Ну, 140 крост я и заказывал. Это на 6-летнего ребенка. Стоимость данной куртки $24. Качество, в принципе, хорошее. Ну, практически все детские вещи, которые заказывались на AliExpress, качество хорошего, естественно, если они там не по доллару. Ну, в принципе, все. Куртка отличная. Никаких погрешностей я в ней пока не вижу. Все сделано хорошо. Никакие нитки не торчат нигде. На этом все. Ссылка в описании. Кому интересно, можете заказывать. Но учтите, что обработка заказа у продавца данного 15 дней, что не есть хорошо. Наверное, после заказа они начинают шить, потом отправляют. На этом все. Ссылка в описании. Всем спасибо. Пока.